Привет, друзья! На сегодня необычный обзор, не свойственный моему каналу. Вот я штучку такую купил. Ой, да, сейчас посыпется реклама. Ну, мне пофиг, короче. Просто решил похвастаться. Вот взял его с перфоратором. Вот он мне пришел. Конечно же, его распаковал, естественно. Кто это? Вот он такой, без ничего пришел. Ну, в смысле, вот. Шуруповерт. Дрель шуруповерт. Интертуловская. Вот, руководство по эксплуатации. Тут же какие-то, не знаю, что это за штучки такие, может, специалисты мне скажут. Вот, это пружинки. Я не ремонтник, не строитель, но для дела мне понадобилась такая штука. Решили все-таки приобрести. Дрель шуруповерт ДТ-0103 Интертул. Так. Так как он шел без ничего, я ему еще пришлось приобрести такой наборчик, предлагался. Да, он шел в розетке по той же цене, что и в фирменном магазине. Ну, мы решили, конечно, лучше взять в фирменном магазине, раз то уже гарантии какие-то еще добиться, можно вдруг что. И вот такой наборчик мы, как говорят строители, ремонтники, по-правильному биты вроде как. Хотя, а здесь написано комплект отверточных насадок. Пока что никаких ремонтных работ еще не делаю, не произвожу. Но сын слезно просил, давай, папа, попробуй. Ну и, в принципе, лучше попробовать, а то вдруг что. У меня есть еще 14 дней по закону. И вдруг чего можно отправить обратно. Но не хотелось бы. Вот у нас теперь будет такая пробная у нас. Помните, по старому видео, тут я, может, ссылочку оставлю. Ну, ссылка будет в описании. На этот наш самострел. Недоделанный. Сейчас мы будем его мучить. Да, главного не сказал, что это шуруповерт сетевой. Я почему-то не захотел мучиться с этими аккумуляторами. Какие там литий-ионы, еще какие-то есть. Все равно это аккумулятор, его заряжать. И лучше, конечно, для дома, для семьи, как говорится, редкое использование. Это самый раз, я так думаю. Я, кстати, даже не знаю, что такое крутящий момент, не крутящий момент, но вот регулируется. Сейчас будем пробовать, даже не знаю, если честно. В этом ничего не соображаю. Сейчас буду по ходу дела, ну, не методом тыка, ну, там инструкция есть. Она, если честно, она текстовая, не схематическая, ничего не понятно. Сейчас вот, ну, тут все на нем так, короче, иллюстрировано хорошо. Вот это идет, я так понимаю, по увеличению. Ну, судя по описанию, вот есть реверс у него, конечно же, задержка, ну и сам пуск, я так понимаю, и нажатием, я так думаю, регулируется скорость. Ну, сейчас будем пробовать. Что ж, понесла. Длина шнура, кстати, радует. У меня 1,78 м рост. Ну, я на вытянутую руку, то есть 2 метра где-то. Итак, первый пробный нажим, как говорится. Ух, как дует прям вентилятором. Ну, такому друщу, как я, кстати, в руке тяжеловатый, я сказал. Ну, хочешь попробовать? Давай. Я, сын у меня хочет строителем в будущем быть. Давай, жми. Круто! Аж собака испугалась. Так, ну что, вот попробуем. Первая самая скорость. Вот тут стрелочка маленькая. Один. Медленно. Следующая. Быстрее, еще быстрее. Ух ты ж, блин. Ну так тугенько ходит, пока новенько, конечно. Ё-моё, аж выпрыгивает. Ну и последний. Вот так. Ну и хватит. Предел, что там за предел? Хватит. Не тряси камеру. Кстати, вот биты, да, они вставляются прям сюда, такие коротюсенькие. Угу, пробиваю чуть-чуть. Ну, я просто чувствительный к току. Короче, вот такая штучка торчит. Ну, я думаю, ну что она такое. Давайте посмотрим. Она вытаскивает. Кайзара. Ага. И вот, по идее, это тоже можно вставлять вот так сюда.
будет откручивать. Но я пока не буду рисковать. Но магнитная вещь. Сюда эти биты вставляются. Попробуем вот такой манипусенький. Сейчас какая к нему подойдет. Это у нас, ну, тут прям даже мне нравится, что нарисовано, какие они. Ага. По идее вот это, наверное. Да, точно села. Мы ее и будем использовать. Блин, хорошо сидит. Так, вставляем. Вот тут даже насечки есть, по какую глубину. Думаю, мужикам это все давно известно. Это я для меня первый. Я первый раз уже поверхность, честно, держу. Сегодня потерял, так сказать. Ладно. Где? Клик. Поставлю я, конечно, не на первую скорость, наверное, сразу где-то. Эх, понеслась душа в рай. Ой, реверс включился. Оп, застрял. Так. Ага, значит слабенько. Давай назад. Реверс. А, надо слабенько, тихонечко. Ну, тренируйся. Да, биту я уже одну немножко подпортил. Или нет, сам шуруп слезал. Так, еще раз. Попытка номер два. Так, насадил. Угу. Ага, прокручивает. Все. О, да, вот на самых слабых оборотах. Вот, все, застрял, да? Вот такого не должно быть. Ну, все, трещоточка. Не закручивает, слабенький. Давай на второй. Ага. Я, походу, я сломал отсюда поверхность. Ну да, на третьей скорости нормально пошло. Ну нормально. Только, наверное, биту я попортил. Да. Есть что-то. Ну что, другой шуруп попробуем. Такой покороче. Конус. Я не знаю, как они называются, короче. Так, вот так. Понеслась. Ну, на каком, кстати, на третьей скорости. Потихонечку. О! Все, нормально. Испортил? Не-не, блин. Назад. Нет, я самого боюсь, честно. Только что так провернул. Ну, нормальная штука пока что, только я со скоростями. Да, со скоростями надо разобраться, ну, в смысле, с крутящим моментом надо разобраться, что для какого шурупа. Фух, это мое первое крещение шуруповертом. Все, на этом всем спасибо, всем пока. Не сильно не смейтесь. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал.